Коваленко Николай Васильевич сейчас расскажет о своем отце. Мой папа во время войны, Коваленко Василий Андреевич, приезжал от фронта, направлен был лейтенантом, в звании лейтенанта, был направлен на заготовку продуктов для фронта в Канск, в Канский район, ну где-то там, в то время где-то там. Он познакомился с моей мамой, Анной Михайловной. Потом, когда он закончил, видимо, заготовку и уехал, поженились когда, да, он уехал назад на фронт и там погиб в октябре месяце, 10 октября. А я родился 6 января 1944 года. Получили похоронку, мама, тебе было 11 месяцев. Да, когда похоронку получили, мне было 11 месяцев. Вот похоронка. В ней не указано место гибели дедушки. Просто кто и погиб с честью, выполняя воинский долг. Воронежской области. Уроженец. Сейчас я... Сейчас я имею статус сына, дети войны, и мне недавно вот принесли медаль за это такое. Имея этот статус, да? Да, имея этот статус.